Новость эта меня порадовала только по одной причине. Я обрадовалась, что Франция имеет возможность даже таких высокопоставленных чиновников наказывать и, как говорится, делать так, чтобы они отвечали за свои поступки. И когда я об этом узнала, думаю, ну почему же у нас министр, который развалил все вооруженные силы сейчас из подозреваемых, перешел в свидетели, и бедная любовница отвечает за все его, как говорится, выходки. Вот поэтому меня порадовало то, что во Франции могут так сделать. Я надеюсь, что для нашего государства это будет неким примером, что вне зависимости от постов люди должны отвечать за свои поступки, тем более, когда уже это стало достоянием общественности. Вот поэтому так.